Всех задержанных во время обыска в киевском клубе «Югенхаб» в ночь на субботу отпустили из военкомата. Им выдали повестки на призывную комиссию, говорят адвокаты. Сейчас защита задержанных готовится обжаловать действия полиции в суде. Напомню, в ночь с пятницы на субботу в Киеве полиция устроила рейд в ночном клубе. Там задержали 17 человек с наркотиками, 32 посетителя доставили в военкомат. В действиях силовиков во время облавы правозащитники усмотрели целый ряд нарушений. До людей застосовувалась надмірна фізична сила, це пункт перший. По-друге, якщо була санкція на обшук нічного клубу, то жодних санкцій на особистий обшук засідників знаходились там не було. З іншого боку, не було надано правової допомоги особам, яких намагались затримати. Тобто фактично було позбавлено їх права на захист. Крім того, відсутність будь-яких взагалі нормативно-правових актів, що це регулюють, людей було доставлено до призовних дільниць. В то же время в столичной прокуратуре заявили, что обыски в ночном заведении были санкционированными, а жалоб на превышение полномочий правоохранителями прокурорам не поступало.